Продолжаем. Перелом глазницы. Вот такую травму подозревают у баскетболиста Тимофея Мозгова. Спортсмен получил локтем по лицу во время матча НБА в Индианаполисе. У центрового рассечена губа, а левый глаз распух. На нем появился синяк. После инцидента россиянина сразу же удалили с площадки, наложили 4 шва. Ему предстоит пройти томографию. Сможет ли Мозгов сыграть в матче с Атлантой в среду, пока не ясно. Травма на самом деле может быть очень опасной. Переломы одной или нескольких костей, которые образуют глазницу, это иногда даже приводит к нарушению зрения.